Гуля. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. Сейчас мы пройдем с ним начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 3 месяца, кличка Джессика. На первом этапе заведите такой подсумочек с лакомством. Обязательно на первом этапе всей команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Хорошо. Место. Хорошо. Рядом? Хорошо. Красавица. Рядом? Хорошо. Рядом. Гуляй. По команде «гуляй» собака должна гулять. В это время можно поиграть щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды ко мне. Правильно, Джесси? Команда ко мне – это сложная и дуальная команда. На первом этапе отрабатывают в уединенных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе эту команду нужно подкреплять лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Правильно, Джессика? Красавица, гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом? Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при началах движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать по этапу. Правильно, Джессика? Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Ай, молодец. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время выдержку расстояния будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние чем-часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Джессика. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. То есть по команде рядом при остановке собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Правильно, Джессика? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Лежать. Хорошо лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время выдержку расстояния будем увеличивать. Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, Джессика. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Красавица. Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, собачка может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Хорошо место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, девочка. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда, Джесси, это какая? Команда «гуляй». Правильно, Джесси? Хорошо. Хорошо, гуляй. По команде «гуляй» собака должна гулять. Джесси, ко мне. По команде «ко мне» собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 3 месяца, кличка Джессика, свою работу окончил. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, Контакты, YouTube, Инстаграм, Кинолог, Слайк. Будем рады помочь вам в дрессировке.
Всем удачи, всего доброго. Да, Джейска? Молодец. Дальше. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо. Красавица. Хорошо. Гуляй.